когда я отключал провод, тогда этот вот на землю, наоборот, слабела лампа, горела. Может, потому что частота, я потом другая, 1,3 МГц. Я потом вкрутил вот эту лампу, она ярко вспыхнула, что-то так как бы щелкнуло. И перестала гореть. Теперь уже, когда включаю пушку, только немножечко потребление подрастает. Лампа вообще не горит. Ни та, ни это. Что там сгорело, может, диод сгорел? Нормально он стоил, правда. 0,8 евро. Я его заказывал. Так и есть, диод сгорел. Хотя он на 600 вольт, и вроде моток большой держит. Как он мог сгореть, я не совсем понял. Не может катчеры напряжение как бы еще сложилось с напряжением шпула. В общем, он заменил я диоды на ER508. Собрано вот из нескольких диодов. Вот включу катчер. Что-то никакой яркости не прибавляется вроде. С тем диодом вроде бы прибавлялось. Может, чуть-чуть прибавляется, очень мало. Теперь на этот конец подключим земляной провод. Выключаю катчер. Включаю. Ничего почти не заметно. Тринадцать тридцать семь подключим. 13,18, то есть 1,3 МГц. Так больше эффектов всяких свистов.
сильнее. Смотри.